Здравствуйте, с вами Санджар. Сегодня хочу подвести итоги за январь месяц 2018 года по моим сигналам с отложенными ордерами. За весь месяц 54 сделок у меня заработали, то есть отложенные ордеры открылись. Из них 13 take профитов, 41 лоссов. Общий результат 320 пунктов прибыли. Как это получилось? Открываем историю. Январь. Получается, за январь мы сделали... Я сделал 90 рекомендаций, новых рекомендаций. Из них 41 поймали стопом. Как видите, у меня 30 пунктов средняя величина для стопа. И в сумме 1230 пунктов минус. Вот она. И 13 take профитов со суммы 1550 и чистый профит 320 пунктов. Хорошо или плохо, решает вам. Спасибо за внимание, удачи вам.